Доброго времени суток. Пытаюсь сделать расклады, но, судя по всему, информация закрыта. Какой-то сумятица жесткая во всех направлениях. И по Украине, и по Китаю, и вообще про СВО, и про Россию. Давайте посмотрим, почему же такая сумятица происходит, непонятная в событиях. Кто-то пытается очень серьезно решить какие-то вопросы. И сейчас принимаются, видимо, серьезные решения среди военных о каком-то определенном договоре, который будет успешным и при этом еще и сэкономит ресурсы. Для России это о чем? План, в котором будет задействовано много ресурсов, дополнительная поддержка. Это поддержка извне. Да, как подарок с неба для того, чтобы укрепить нашу ситуацию. Это будет так. И к чему это приведет, допустим, в СВО? Конфликт это о чем? Это будет приведет к тому, что будет, скорее всего, выбираться направление такое, которое поможет завершить конфликтную ситуацию. Какое-то новое решение будет. Звезда это у нас о чем? Опять ресурсы в большом количестве и силы, и победа для России. То есть Россия победит, выиграет в этом во всем, и все это закончится. И это будет не за горами. Поэтому сейчас вот эта информация прикрывается. Что-то такое происходит на международных полях, или как это, странах, в других странах, что что-то происходит. И, в общем-то, информация полностью настолько закрытая, что и о ней мало кто может знать. Но скоро мы услышим. Для Украины это о чем? Для Украины это будет очень неожиданно и очень обидно. Скоро мы узнаем, а для Украины это будут большие перемены. Это у нас о чем? О том, что Украина останется одна без помощи и поддержки. И для нее все закончится в конечном итоге. И будет объединение, полное разочарование и объединение. Ну, в принципе, это еще и праздник, но праздник, знаете как, не победа. Победа у России, а для Украины нет. Но это хотя бы остановит конфликт. Это пора уже делать. И все закончится. И для Украины. Вот такой расклад. А сейчас вот это происходит, складывание вот этих всех пазлов для того, чтобы это в конечном итоге произошло. Фух. Ну, желаю нам всем, чтобы это как можно быстрее закончилось. Наступил мир. Берегите себя, берегите своих близких и до новых встреч.